Это весело, очень интересно, с размахом. Поэтому, уважаемые друзья, когда мне говорят, а что же мы будем делать, если ОСДП выпадет из выборов, шикарно, мы будем голосовать за партию АДАЛ, за справедливый, так называемый, честный и верный, честная Гога Ашкенази, верная Сатика Казанова и АДАЛ, справедливый Тимур Кулибаев. Так что голосуем за партию АДАЛ, если ОСДП они выбросят. А сейчас я еще раз хочу обратиться ко всем гражданам страны, призвать идти вступать в ОСДП, требовать, чтобы они приняли ваше заявление. Давайте мы оказываем мощнейшее давление на этот режим. Самое интересное, вам не нужно идти ни на митинги, ни на какие-то баррикады. Вы просто кладете урну и голосуете за партию ОСДП. И таким образом мы чисто на выборном процессе ломаем режим. Очень важно 10 января, когда миллионы людей придут голосовать, именно в этот день очень важно провести митинги. Почему в этот день? Потому что миллионы людей будут на избирательных участках, они увидят, как их на их глазах этот режим крадет их голоса. До того, как будет голосование 10 января, режим, безусловно, нам даст в руки еще сотни других доказать, что эти выборы нелегитимны, что они крадут ваши голоса, мешают вам осуществить свое законное право проголосовать за ту партию, которую вы хотите проголосовать. Ни в коем случае не надо голосовать, размывать за другие партии. Вся сила должна быть собрана в одном месте. Все наблюдатели должны наблюдать, как происходит голосование за партию ОСДП. И все должны видеть, как Нуротан ворует голоса у вас.